Президент отметил, что уже на протяжении 3 столетий угольная промышленность делает весомый вклад в развитие страны. Российских шахтеров всегда отличали мужество и прямота. Их труд пользуется заслуженным уважением. Губернаторам, по словам президента, крайне важно поддерживать диалог и находиться в контакте с менеджерами и акционерами угледобывающих компаний. Несмотря на то, что в мировом энергобалансе доля угля год от года снижается, его добыча в абсолютных цифрах продолжает расти. Причем не только в традиционных регионах, но и, например, в арктической зоне. Угледобывающие компании активно инвестируют средства в новое оборудование. Растет производительность труда. В центрах угледобычи возникла нехватка квалифицированных кадров. Губернаторы помогают компаниям решать эту проблему. Если верить прогнозам, в этом году добыча угля в России превысит 450 миллионов тонн. При этом более половины идет на экспорт, что не может не радовать шахтеров. Президент обратил внимание на то, что зависимость от внешних рынков таит определенные риски из-за волатильности цен на уголь. По итогам встречи Владимир Путин даст ряд поручений по решению социальных проблем угольщиков.